Филарет уйдет. Каких еще сюрпризов ждать от объединительного собора? Религия и мировоззрение Филарет уйдет. Каких еще сюрпризов ждать от объединительного собора вчера? 8 часов. АФП. 2018. Дженни Савилов. Филарет, предстоятель канонической церковной структуры Украины, во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018 года. AFP. 2018. Дженни Савилов. Москва. 14 декрия новости. Антон Скрипунов. Украина считывает последние часы до начала объединительного собора, которому предстоит избрать главу создаваемой светскими властями Незалежной Церкви и принять устав его проект уже написан Константинопольским Патриархатом. Несмотря на декларируемую открытость, Вокруг этого мероприятия много неизвестного. О белых пятнах и главных интригах собрания, назначенного на 15 декабря, в материале РИА Новости. Сколько продлится Петр Порошенко, как никогда, близок к исполнению своей заветной мечты. Ради этого, по информации СМИ, он заготовил целое послание гражданам Украины. Которая огласит в субботу в 9 утра на Софийской площади в Киеве. А потом торжественно вместе с участниками собора объединительного войдет в собор Софийский. Но ни он, ни его соратники наверняка не знают, сколько это собрание продлится. По словам советника президента Ростислава Павленко от нескольких часов до нескольких дней. РИА Новости, Стрингер, Купола Софийского собора в Киеве. РИА Новости стрингер купола Софийского собора в Киеве есть оптимистичный сценарий, и я очень надеюсь именно на него, ответил Павленко на вопрос журналистов. Впрочем, тот же Павленко буквально в конце ноября уверял, что все сложится хорошо, вот-вот Томас, документ об автокефалии. Примечание редакторов, наш. Но, похоже, оптимизма у официального Киева поубавилось, и тому есть причины. Даже накануне Объединительного Собора его предполагаемые участники до сих пор не уладили существующих противоречий. Регламент и приглашенные кто же собирается участвовать в Соборе? Прежде всего Раскольничий Киевский Патриархат, КП, во главе с Филаретом Денисенко, появился в 1992 году, и Украинская Автокефальная Православная Церковь, УОПЦ, во главе с Макарием Малитичем, образована в 1920 -м. В октябре членов этих организаций признал легитимными Константинопольский патриархат, что вынудило Русскую Православную Церковь, именно она объявила эти структуры неканоническими, а Денисенко в 1997 году предала анафеме, прекратит с ним общение. От УПЦКП и УАПЦ участвуют все епископы 40 и 14 соответственно. Статус епископа дает каждому участнику собора право баллотироваться на поезд главы новой структуры его, по задумке Константинополя, изберут тайным голосованием. Вместе с одним епископом на собор приходит один священник и один мирянин они тоже будут иметь право голоса. Выборы пройдут в два тура, первым определятся три кандидата, набравшие больше всего голосов а во втором туре все епископы уже без священников и мирян будут выбирать из трех финалистов главу Незалежной Церкви. Подробности этой процедуры известны из приглашений, разосланных Константинополем епископом всех трех церковных структур на Украине Канонической и Украинской Православной Церкви, УПЦ Капе и УОПЦ. Именно Константинопольский Патриархат формально является организатором собора, он же в октябре вопреки канонам единолично решил, что Украина переходит из юрисдикции московского патриархата в его сферу влияния. Поэтому председателем собрания будет представитель константинопольского патриархата митрополит Гальский Эммануил. Участвуют в соборе также экзархи-патриарха Варфоломея на Украине архиепископ Памфилийский Данил из США и епископ Эдмонтонский Ларион из Канады. До сих пор не ясен статус одного из активных деятелей автокефального процесса архиепископа Телмесского Иова, участник он или просто наблюдатель. Кто придет из УПЦ МП, однако следящие за церковным проектом Порошенко, эксперты уверены, что главными участниками мероприятия в Софийском соборе станут представители канонической УПЦ Известно, что на собор намерен пойти митрополит Черкасский и Коневский Софроний. У меня такая позиция я на собор пойду но не для того чтобы кричать ура все решено а чтобы наблюдать я пойду туда в качестве наблюдателя а для того чтобы решить как лучше поступить чтобы было хорошо для нашего народа заявил он в одном из интервью еще одним участником сми называют митрополита переяслав хмельницкого и вишневского и александра который открыто поддерживает автокефальный проект Однако он так и не сказал четко о своих планах Сиси Байса. 4.0, Сарджиевский, Митрополит Александр, Дробинка. CC Байс А. 4.0. Сарджиевский. Митрополит Александр. Дробинка. Кроме того, 15 декабря на собор могут прийти митрополит Сарнинский и Полесский Анатолий. Две недели назад президент вручил ему орден и митрополит Раницкий и Браварский Симеон, по слухам, Порошенко желает видеть его главой незалежной церкви. Всего четыре епископа, да и то неизвестно, решатся ли они поставить на кон свою репутацию среди прихожан ради туманной автокефалии. С учетом того, что каноническая УПЦ запретила своему духовенству участвовать в собрании. Люди уже не примут такого владыку, он будет перебежчиком. И люди не допустят его до служения священной литургии. Это будет для него катастрофой. Он будет не там и не здесь, так, между небом и землей. Если он захочет вернуться назад, не пускать его на пророк церкви. Все. Убежден киевский протеорей Всеволод Рыбчинский. Хотя, по сообщениям украинских СМИ, Фенар, район в Стамбуле, где находится резиденция патриарха Варфоломея, хочет видеть на соборе хотя бы треть епископов канонической УПС, чтобы в глазах остального православного мира несколько дистанцироваться от раскольников, Большинство из 90 архиереев Украинской церкви вовсе вернули в Стамбул письма с приглашением на собор. Фаворит на пост главы из нескольких десятков кандидатов на роль главы Незалежной церкви наиболее очевидный фаворит Филарей Денисенко. Собственно, он и не скрывает своих амбиций. Патриархом был, есть и буду. Заявил он 11 октября, когда Фонар признал его легитимным, правда, в каком-то размытом статусе бывшего митрополита Киевского, а не патриарха. Правда, весь ноябрь Филарет молчал. Поговаривали даже, что он написал в Константинополь, что не будет выдвигать свою кандидатуру на соборе. Однако едва стал известен регламент голосования на соборе, он дал понять, что не отступится от своей цели. Фото, аккаунт Петра Порошенко в Facebook. Украины Петр Порошенко с женой на пасхальной службе во Владимирском соборе Киева. 8 апреля 2018 года. Знак авторского права фото, аккаунт Петро Порошенков. Фейсбук. Президент Украины Петр Порошенко с женой на пасхальной службе во Владимирском соборе Киева. 8 апреля 2018 года Киевский патриархат, по его словам, является самой большой церковью, хотя на самом деле у него всего 5000 приходов, тогда как у канонической упции около 11 тысяч. И от нас зависит примера.